Всем привет! Буквально год назад мы рассказывали о том, как отличить оригинальное масло Mobil от поддельного. И в принципе в этой процедуре нет ничего сложного, за исключением того, что, например, я уже не помню ни одного параметра, по которому можно отличить оригинал от подделки. Поэтому компания Mobil придумала новый способ защиты своей продукции, благодаря которому вы сможете проверить моторное масло прямо в торговой точке. Теперь на канистрах масла Mobil появился защитный 9-значный код и QR-код. А соответственно, способов проверки подлинности продукции два. Первый способ предполагает, что вы заходите на сайт mobil.ru/original, вписываете туда цифры, указанные под QR-кодом, после чего сравниваете 9-значный код на дисплее своего мобильного телефона с кодом, указанным на канистре, и либо подтверждаете их совпадение, либо наоборот опровергаете. Второй вариант более простой. С помощью QR-сканера сканируете QR-код, сравниваете 9-значный код на канистре с 9-значным кодом на дисплее своего смартфона и также либо подтверждаете, либо опровергаете совпадение. Очень важно, что вот эти точки, которые на первый взгляд находятся в хаотическом порядке, на самом деле расположены на каждой канистре в разном порядке. То есть это и есть код. Поэтому нужно сравнивать не цифры, которые на всех канистрах одинаковые, а непосредственно расположение вот этих точек. Мы протестировали оба способа проверки подлинности моторного масла Mobil. Эти способы являются простыми, удобными и рабочими. Единственное, точки на кодовой сетке очень мелкие, поэтому если у кого-то есть проблемы со зрением, то теперь при покупке моторного масла нужно брать с собой очки. Также хочу обратить ваше внимание, что такой способ защиты достаточно новый, и поэтому на протяжении 2-3 месяцев, а возможно и полгода, в разных торговых точках вам может попадаться масло без QR-кода. В таком случае проверять подлинность масла нужно будет, так сказать, по старинке. Как это сделать, мы подробно рассказываем в видео, которое будет в описании к этому ролику. А в нашей же сети уже есть моторное масло Mobil с обновленной системой защиты, поэтому приходите, сканируйте, тестируйте, пробуйте и покупайте оригинальную продукцию. На этом, как обычно, все. Я благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.